Уважаемые ветераны, я не начинаю концерт, не начинаю, все будет празднично, красиво начато. У нас немножечко печальное известие, но не до такой степени. Наш автобус, который поехал за артистами, попал в аварию. Мне сейчас звонили, но они все едут, где-то на полчасика они задерживаются. Я вас прошу, они так же переживают, как вы, потому что они все такого же возраста. Примите их подобрее, что ли, ладно? Потому что они тоже очень переживают, они сейчас звонили по факсу, передали, что в пути, и что, в общем-то, полчасика подождем, да? Но все живы и здоровы, слава Богу. Слава Богу, все, не варе. Кто-нибудь поет? Знаете, так я сказала, что был сюрприз. Вы все их прекрасно знаете. И вы будете его встречать. Я уверена, все прекрасно знаете. Наверное, Александр Сергеевич, это точно. Большим планом. Все попали по 50 лет фабрики сегодня, но мой аккомпаниатор, его имя Виктор Фридман. И вот когда
кто-то ко мне так легко вырвал себе и уехал, то Виктор Фридман в 2 часа ночи в кабине с летчиками прилетел, чтобы нас спасти наш концерт. Так что вот вам, какой у меня аккомпанент. Вы мне будете говорить, что вы любите, я вам буду петь все, что вы захотите. Вы, наверное, это, конечно, читали, знаете, слушали по радио, по телевидению, что, в общем, моя стихия – это цыганская песня и цыганский романс. Потому что, когда мы очутились в Париже, более судьбы, я была маленькая совсем, пришли цыганы из Сан-Пепе. И они пели свои песни, те песни, которые я принесла сюда, которые я хранила всю свою жизнь, для того, чтобы, когда я буду перед русской публикой, я их им подарю. Потому что почему-то даже наши цыгане, вот теперешние, московские, они никогда не поняли то, что вам буду петь я сегодня. Романсы, таборные песни. Почему молодежь не поет таборные песни? Я не знаю. Я вам их сегодня спою. И вот первая из них. Спасибо большое. Спасибо. Да, очень приятно. Пожалуйста, ради Бога. Дорогие друзья,
Сегодня, в этот прекрасный вечер, вас пришел поздравить глава нашего города Виталий Васильевич Пашинцев. Разрешите поздравить вас с нашим праздником, с Днем города. День города – это прежде всего вы, и город – это прежде всего вы, потому что без жителей, без вас город – это просто пустые дома. Спасибо вам за то, что вы есть. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех ваших делах. Желаю нам всем вместе, чтобы завтра была солнечная погода. Надеюсь на то, что все вместе мы завтра встретимся на тех мероприятиях, которые будут проходить в разных местах нашего города. Успешного нам концерта! Праздником, с праздником вашего города, это так прекрасно, это так хорошо. Я же от этого никогда не видела в своей жизни, там, где я жила. Так что для меня каждый праздник города, это как-то будто и мой личный праздник, потому что публика такая удивительно ласковая, горячая, вот в такие, в особенности в такие дни. Спою я вам сейчас одну цыганскую старинную песню. Это не романс, И не таборная песня, это просто удивительная песня, которую почему-то, может быть, потому что они не знают, никто не поет. Цыган, жиль ты думаешь, на свете друзей не будет у меня. И отец и мать, и душа, я так любила вас, о, рыцарь мой прекрасный, что душу всю готова вам отдать. И думала, люблю вас не напрасно, и всегда, всю жизнь о вас. Я миловал знать, а по поводке он носит серые штаны, шляпу носит он, тайная
забудешь ты бедную меня. Со всех сторон необъятными лесными далями живет и трудится замечательный подмосковный город Красноармейск. Мы любим свой город, любим и прославляем своим трудом песня и стиха. Ордена, медали, здесь трудовые будни у станка, и люди, что куска не доедали, чтоб не стояла на коленях вся страна. Нет нам милее, краше места, чем город наш, Красноармейск, родной. Жизнь в нем красива и чудесна, его беречь с тобой. Женщина фанфары прозвучали, и празднику прийти настал черед.
День города сегодня отмечаем, и радуется весь народ. На синем небе заиграл луч солнца, до облаков руками доставай. Не омрачит наш праздник непогода, мы звонко крикнем: «Туча, улетай!» Красноармейска Виталий Васильевич Пашинцев. Дорогие горожане, дорогие наши гости, город не человек. Город рождается не в одну минуту, не в один день и не в один год. Поэтому тяжело сказать, сколько лет городу Красноармейску. Когда начинался наш город? В 14 веке село Муромцево, в 19 веке поселком при Вознесенской мануфактуре, в начале 30-х годов, когда закладывался Софринский артиллерийский полигон. Но, по крайней мере, две даты у города точно связаны с его рождением. Это 12 марта 1947 года, когда решением Президиума Верховного Совета РСФСР поселку Краснофлотский был присвоен статус города Красноармейска. И это 7 сентября 1992 года, когда город районного подчинения тоже указом Президиума Верховного Совета РСФСР получил статус областного города. С тех пор мы празднуем день рождения города в первые дни сентября. Сегодня этот праздник мы открываем по традиции здесь, у мемориала павшим в защиту нашей Родины, защищавшим наш город. Место символическое для нас, потому что вы знаете, что из тех сотен молодых парней, которые были призваны в 1941 году защищать
нашу страну назад, в город вернулись 6 человек. Сегодня здесь в основном молодежь. Вам продолжать славные традиции, которые закладывали все эти годы все, кто жил на территории нашего города, все, кто защищал наш город и нашу страну. Успехов всем нам! С днем рождения, город! С днем рождения, горожане! И сейчас я хочу предоставить слово Громову Василию Васильевичу, председателю комитета, министру правительства. Разрешите мне поздравить вас с этим замечательным днем, днем образования того места, где вы все здесь живете. И я думаю, что каждый из вас любит свой город. Любит его, потому что это то место, где многие родились, а судя по тому, как здесь много молодежи, наверное, большая часть именно родилась в этом городе. Это то место, где вы работаете, где вы живете. И я думаю, каждый из вас по-своему этот город любит. И я очень рад, что мне сегодня предоставлено слово с поздравлениями от губернатора Московской области Громова Бориса Всеволодовича. Уважаемые жители города Красноармейска, уважаемый Виталий Васильевич, поздравляю вас и всех жителей с днем города. Ваш город получил свое название Красноармейск в 1949 году в результате переименования одноименного поселка. Вначале в поселке развивалось хлопчатобумажное производство, вознесенская мануфактура, но в 30-х годах судьба поселка резко изменилась. Он стал центром военной науки и испытаний вооружения. Большой вклад в создание новых образцов внесло предприятие «Базальт». Оборудование научно-исследовательского института механизации является уникальным и используется как в России, так и за рубежом. За 60 лет существования Софлинский полигон, а ныне НИИ «Геодезия», провел испытания и сдал на вооружение армии 1000 новых видов артиллерийского и ракетного вооружения, боеприпасов, военной и космической техники. Нелегкие времена переживает наука в России, но ученые градообразующих предприятий продолжают работу уже над технологиями третьего тысячелетия. Будущее России прежде всего в возрождении ее науки. Верю, что у города Красноармейска большое будущее. Надеюсь, что вы реализуете главную стратегическую задачу – создание российского центра демонстрации и испытаний образцов военной техники, вооружений и технологий. Желаю всем жителям города благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя дальнейшего укрепления престижа родного Подмосковья и России в целом. Губернатор Московской области Борис Громов. Для поздравления жителей города слово предоставляется депутату Государственной Думы Семенову Виктору Александровичу. Несколько лет назад вы мне дали кредит доверия, избрали меня депутатом Московской областной думы. Немного успели мы тогда сделать, а то, что успевали сделать, не всегда доносилось правильно. Но после вашего доверия мне довелось уже поработать министром сельского хозяйства в 2 правительствах. Сегодня я работаю, являюсь депутатом Государственной Думы. Я могу вам сегодня одно сказать. На меня вы можете и сегодня, и завтра полностью рассчитывать. И ваш мэр должен знать, что он всегда в моем лице найдет поддержку во всех добрых делах для вашего славного города. А сегодня я хочу вас всех от души поздравить с этим прекрасным праздником, с этой прекрасной погодой. Улыбок вам сегодня больше, счастья, удачи. Ура, с праздником! На рубеже 20 и 21 веков в нашем городе учреждается Золотая книга
новые имена, 21 век. Для внесения в летопись истории города имен молодых граждан за значительный вклад в образование, культуру, спорт и другие сферы, за высокие успехи в труде, учебе. Внесение в золотую книгу имен является актом общественного признания и поощрения заслуг молодых граждан города. Учащихся муниципальных образовательных учреждений, окончивших школу с золотой медалью: Пушкарева Анна, Смирнова Юлия. За заслуги в сфере образовательной деятельности учащихся муниципальных образовательных учреждений, окончивших школу с серебряной медалью: Листвинов Сергей, Баширова Евгения, Вязьмина Елена, Пономаренко Сергей, Бибикова Ольга, Гаранина Елена, Кузнецова Дарья, Фирсанова Ирина, Карнаухова Ольга, Семин Сергей, Смородова Елена, Лобанова Ирина, Киричанская Екатерина, Клюшин Иван, Северова Светлана, Мельникова Лидия, Пышков Матвей, Буквин Михаил, Баскатова Елена, Горбунков Денис, Клюева Анастасия. За заслуги в сфере образовательной деятельности учащихся муниципальных образовательных учреждений, занявших призовые места в Московской областной олимпиаде: Мамыкина Регина, Джумашев Адель. За заслуги в сфере интеллектуальной деятельности — Анастасия Александр. За заслуги в сфере культурного досуга — коллектив «Водный туризм» турклуба «Глобус», центр детского досуга. Човикова Анна, Артамонов Алексей, студия «Нескучайка», центр детского досуга. Вишняков Николай, Дронова Ксения, студия спортивного бального танца «Соцветия», центр детского досуга. Коллектив театра моды «Фантазия», центр детского досуга. Коллектив городской хореографической школы-студии «Ансамбль Ноу Стопинг», городской дворец культуры. Вот эти имена. Имена молодых, которые вносят достойный вклад в развитие города и возвеличивают его славу. Слово для поздравления предоставляется председателю городского совета депутатов Алексикову Александру Михайловичу. Гости! Сегодня город отмечает свой день рождения. Вот каждый день рождения подводит итоги деятельности за год. И я думаю, что жители нашего города достойно потрудились в течение этого года, чтобы смело могли в этот день отметить свое рождение. С праздником вас, дорогие жители! Счастья, успехов, благополучия вам и вашим семьям! Всего доброго! Дорогие горожане, нас приехал поздравить наш сосед, глава Пушкинского района Копылов Олег Григорьевич. Всем на одной территории. Я от всей души, от всех 154 тысяч пушкинцев поздравляю вас с прекрасным праздником. Меня часто спрашивают, когда мы тоже проводим такие мероприятия, а нужны ли дни города? Я отвечаю, безусловно нужны. Потому что на Руси
всегда умели хорошо трудиться, но умели хорошо и отдыхать, праздновать и веселиться. И вот от всего нашего населения Пушкинского района, от ваших земляков, вам самого-самого доброго, счастья, здоровья. И умеем веселиться, давайте мы сегодня создадим такое настроение, которое сами себе хотим. С праздником вас! Всего вам самого доброго! Уважаемых людей нашего города знают все. За трудовые заслуги, за большой вклад в развитие нашего города они с гордостью носят звание «Почетный житель Красноармейска». Нашим заслуженным людям, почетным жителям города Красноармейска. Это Никитина Тамара Васильевна, Петров Анатолий Васильевич, Полисонова Вера Борисовна, Серебряков Алексей Николаевич, Колотова Варвара Григорьевна, Чувашова Антонина Михайловна. Нас поздравляют в этот замечательный день директор НОП-центра Смирнов Владимир Николаевич. Дорогие жители города Красноармейска, жители нам поздравить, всех жителей, с этим прекрасным праздником, днем города. Немало страниц вписано, прекрасных, красивых страниц вписано в историю нашего города, нашими предприятиями, нашими основными и нашими малыми предприятиями. И жители города, и администрация может положиться на предприятие, чтобы развитие и совершенствование нашего города. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия нашего города и процветания нашего города. Спасибо. Слово предоставляется настоятелю Вознесенской церкви отцу Александру. Настоятелю церкви поздравить всех вас с днем города. Я так вам сказал мэр города, что человек, город не человек, но все равно он тоже растет со временем и возвышается. Я как сослужитель церкви хотел бы попросить и поздравить вас, чтобы для нового поколения людей труда нужны быть молодые, воспитанно нравственные люди, чтобы они были заняты в промышленности во всем, чтобы они помогали строить, потому что большинство здесь, конечно, молодых. И вот дело молодых – занимать место для пользы и города, и нашей страны. Поэтому я хотел пожелать вам тоже здоровья, счастья, учиться, уметь во всем, как бы сказать, поступать и во всем. Эстафету принимает, кто достиг того возраста, когда может считаться полноправным гражданином России и получить первый в своей жизни документ. На самой главной площади города Красноармейска, площади Победы, предоставляется Голевой Ирине и Чернышову
Евгению. Вручает документы начальник паспортного стола Любовь Васильевна Кобяк. Для получения паспорта приглашается Болева Ирина. Для получения паспорта приглашается Чернышов Евгений. Ты, Россия, храни ее и не предай мечты. Бережно храните свой паспорт. Гордитесь почетным званием гражданин России. Любите и берегите свой город. Помните и сохраняйте его традиции. Слово для поздравления предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Полисоновой Вере Борисовне. Наш город очень молод. Мы живем в нашем городе, гордимся им. Он еще имеет малое значимое значение на картах Московской области, нашей России, но будет иметь значимое значение на картах всего мира. Мы, жители города, празднуем сегодня День города, и я вот от имени моего поколения поздравляю всю молодежь и желаю им доброго пути. На нашей красноармейской земле начинал свой путь академик Янгель. Гармонист, молодой паренек, ныне композитор, заслуженный деятель искусства Николай Петрович Поликарпов. На нашей земле родился Василий Иванович Новиков, который геройски погиб за взятие Берлина. Перед вами, перед нами памятник, на котором написаны все те имена, которые защищали нашу великую Родину. Так новому поколению желаю хранить традиции нашего города, приумножать их. И передаю как эстафету моего поколения позывные, прежде думая о Родине, а потом о себе. Добрый путь вам, друзья! Отличный день нас всех поздравляет глава города Дзержинска, Доркин Виктор Иванович. Традиционно работали вместе. Конечно, тогда было другое время, и было интенсивное взаимодействие, когда наши ракетные двигатели испытывались на вашем полигоне. Сейчас настали другие времена, но мы видим, насколько России нужна могучая военная техника, и что мы без нее ничего не значим. Я надеюсь, что в конце концов в России возобладает разум, и наше российское правительство примет все необходимые меры, чтобы такие города Наукограда, такие крепкие оборонные центры, оплоты Российской Федерации были поддержаны, и чтобы наука в них продолжала развиваться. Если мы утратим вот свои достижения советской власти, если не сможем использовать тот огромный потенциал, который нам оставили родители, то мы принесем большой грех. И я считаю, что мы способны это сделать. Я верю, что в Красноармейске много добрых, отзывчивых, красивых, умных людей, которые каждый день занимаются самым серьезным делом и работают на благо Российской Федерации своего города. Я хочу, чтобы нас Москва объединяла, чтобы нас сближала, и в знак вот этого хочу подарить вашему городу картину с видом нашей столицы. От преображения до Покрова лучший срок для свадьбы, так гласит молва. Сделаны запасы, собраны плоды, знать настало время славить молодых. Thank you.
представляется заведующий красноармейским ЗАГСом Вере Ивановне Веселовой. Дорогие мои жители города, дорогие молодожены, стало доброй традицией в день города чествовать молодые пары, которые с сегодняшнего дня вместе с городом начнут отсчет времени, начнут свою летопись создания своей семьи. В саду от яблоневого древа, вкусив однажды сладкий плод, женой Адама стала Ева. С тех пор и женится народ. С тех пор играют люди свадьбы, где есть любовь и нежность чувств. Хранитель ангел, свет небесный, благословляет ваш союз. Сегодня, 9 сентября 2000 года, эта дата войдет в вашу жизнь как праздник. Праздник, который начался так торжественно, с поздравлений, с улыбок, сиянием колец. И сегодня вместе с городом постоянно из года в год будут отмечать день рождения своей семьи 12 пар, которые сегодня заключают брачный союз. Дорогие мои молодожены, я от всей души поздравляю вас. Я желаю вам счастья, я желаю вам любви. Я желаю нашему городу многие лета процветания, доброго здоровья всем жителям, а нашим молодым крепкой и дружной семьи. Ура! Ура! Слово для поздравления предоставляется настоятелю Никольской церкви, протоиерею Николаю Глебову. Мы, священнослужители, живем среди вас и разделяем все радости и горести вашей жизни. Мы радуемся вашим успехам. Мы гордимся за ту честь, которую несет наш город. Мы гордимся теми прекрасными предприятиями, которые устояли в наше сложное время и продолжают работать на Отечество. Дорогие друзья, мы радуемся вашему здоровью, мы радуемся вашей жизни. Да благословит Господь сегодняшний замечательный праздник, да благословит Господь ваше веселье, да благословит Господь всех вас. Всем вам многое лето! Многое, 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 лишь заботой и вниманием, только ласка и любовь.
любовь принесут уют и счастье, воскресая вновь и Посадского района Дронов Вячеслав Владимирович. Уважаемые жители города Красноармейска, разрешите мне от имени администрации города Сергиева Посада, лично главы нашего района Гончарова Василия Дмитриевича и всех Сергиева Посадцев поздравить вас с прекрасным праздником, днем вашего города. В этот осенний прекрасный день хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья, всяческих успехов. Ну а самое главное, процветания вашего любимого города. Еще раз с праздником вам, вас. Всего доброго. Спасибо. Культуре и искусству администрации Щелковского района, заслуженный работник культуры Российской Федерации Петрова Любовь Михайловна. Уважаемые жители города Красноармейска, позвольте по поручению главы Щелковского района Леонида Андреевича Твердохлебова зачитать приветствие вот сейчас. Уважаемый Виталий Васильевич, от имени администрации, Совета депутатов Щелковского района и себя лично, сердечно поздравляю всех вас с днем города, богат традициями, трудовыми свершениями и людьми ваш город. Весом его вклад в дело обеспечения оборонной мощи нашего государства. Щелковцы искренне рады вашим успехам и достижениям, дорожат нашими добрососедскими отношениями и уверены в их дальнейшем продолжении. От всей души желаю вам, Виталий Васильевич, всем трудовым коллективам уверенности и стабильности в работе, в успешном решении социально-экономических задач, в дальнейшем улучшении благосостояния населения города. С праздником вас, дорогие жители города Красноармейска! С уважением, глава Щелковского района Леонид Андреевич Твердохлебов. Это еще не все. И мы дарим на память картину нашего замечательного щелковского художника Глебова Александра. С праздником вас, дорогие жители! Долго живите в радости, мои хорошие, мои... Новые нападали. Наступит скоро 21 век. Пускай свершатся чудеса на свете, и счастлив будет каждый человек. Наверное, каждый из нас, перелистывая страницы своей жизни, не может не вспомнить что-то очень доброе и светлое, связанное с детством, с детским садом. Это песня, услышанная в детстве, вот так и оставшаяся любимая на всю жизнь. Игра, в которую тебя научили играть. Память о первых друзьях и подругах. Это первое знакомство с традициями народного творчества. Сегодня, в день города,
маленьких артистов с их воспитателями из детского сада «Светлячок» мы еще раз поздравляем с 60-летием, которое они отметили в этом году и так приятно порадовали своей ярмаркой. Я сидя,
городом, это счастье. Мы вместе потихоньку подрастаем. Jump on in there, move it all over. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left, and one step right. Move one to the front, and one to the side. Clap your hands around, you clap your hands twice. And if you don't splash, you can do it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita, more I need. A little bit of Gina, what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you make me feel me. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Gina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of makes you feel okay. I am the more in love with her life. На этом наш праздник не заканчивается. На площади продолжен его детская программа с сувенирами и призами. В северной части города вас ждет ярмарка. В домах культуры праздничные концерты, дискотеки. А в 22:00 праздничный салют. С праздником вас! С днем города! Thank you.
Давай, Дмитрий. Внимание, внимание, кто пришел на горку с людьми, своими кошечками, подойдите, пожалуйста, извести и вид солидный приобрести, чтоб жители гордились тобой, любили и уважали город свой. У каждого родина своя. Это береза, что распустила ветви. Под окном это наш родной дом. Но у всех Амфе тысячелетия. Так называется коллекция русского костюма, которую мы предлагаем вам посмотреть и окунуться всем сердцем, всей душой в необыкновенную красоту русского костюма. Итак, встречайте! Русский костюм. Руководитель проекта Босник Лидия. Вы на пенсии. Можете представить вам свою работу. Работали мы целый год прошлый. Шили русский народный костюм. Значит, наша задача была показать все многообразие и красоту русского костюма. Очень часто то, что мы не задачи.
показать разнообразие. Лошадь тихая, папа, на медоцентре. Значит, мы за основу великолепцы взяли. Большинство губерний знали Россию. Уверенной информации по некоторым причинам не все смогли участвовать. Мы покажем вам коллекцию наших российских по различным. Попробуем, ребята. Вы трудитесь. Смотрите, какая красота. Похлопайте нам, Ванечка, похлопайте. Громко, громко. Красную, красную, красную. Я нас уже женщина, и мы приехали в этом сообщении.